Всем привет! Сегодня будет ответка. Почему как Chicken Gun? Говно. Ладно, присаживайтесь поудобнее. Ставьте лайк, мы погнали. Всем привет! Так, 2 минуты, ну давайте, поехали. Сегодня мы будем проверять, что будет, если сказать что-то плохое в серверах Chicken Run. Ну что ж, погнали. Так. Я зашел в Chicken Run. Не то. Группа под названием Chicken Gun. В последнее время эта игра стала набирать популярность. Посмотрите в угол, я про это промолчу, окей? Ну и я решил в нее поиграть и делать обзор. Сразу же после захода в игру меня встретило вот такое меню. Какое? Выглядит оно весьма убого. Уже понятно, что разраб не заморачивался, просто сделал игру на коленке. И поставил... Коленках? Коленках, сори? Да разраб вообще старается. Он, блин, деньги тратит на игру, понимаешь? Боги видеоряд на фон с этой убовой курицей. Сам уже поэтому. Еовой? А кто тебе яйца будет? Сам ты еовая курица, если честно так сказать, если честно. Понятно, что за игра меня ожидает. Однако у этого меню есть один плюс. Оно интуитивно понятное. Нет, ну, тысячи ненужных кнопок. Все понятно даже человеку, который в эту игру вообще впервые зашел. Понятное дело, судить игру по одному лишь меню я не собираюсь. Поэтому я зашел в один из режимов этой игры под названием «Играть». Да, режим действительно называется просто «Играть». Ну да ладно. Графика в Chicken Gun, конечно, говно. А у тебя как будто лучше. Во-первых, текстуры тут либо просто взяты из Майнкрафта, либо выглядят, как будто на них кто-то наплевал. Они взяты? Представь, если бы он вот сейчас не взял, и тогда было бы до сих пор это 1-0-0. Первое. Второе. Ты сам мог вообще сделать игру вообще? Вот так, даже лучше, чем это. Даже вот там вот Хестер Хантерейк, там, т.д. Мог так сделать? Графика? А, ну, ладно, ну, графика. Анимация в игре... Пиздец, конечно, ты. Графика там лучше. Бога. Особенно анимация ходьбы и перезарядки. А еще в Chicken Gun совсем нет тени. А ты там как сделал? Я очень сильно представляю. Нет, освещение. Нету. Ну, понял ты. Это только добавляет убогости игры. В общем, из-за графики играть в Chicken Gun невозможно и очень больно. Надо привыкнуть, понимаешь? Привыкнуть! Как ты в Майнкрафт вот привык играть там? Кубики! Но ты привык, а я привык в Chicken Gun. Well, да. Я понимаю, что это всего лишь мобильная игра, но я лично видел много мобильных игр, в которых графика выглядит куда лучше. Например, тот же самый Stundle 2. Ну что это за человек такой, как колбаска мятная? Вот, ребят, я не хочу обзывать стандов. Честно, не хочу. Твою мать, а, какой же ты дебил. Далеко не самая лучшая игра, но все же графика в ней гораздо приятнее, чем Бут. Я думаю, то, что в Chicken Gun графика лучше, чем стандов. Кто лайк? Управление в этой игре тоже хуета. Хотя... Хуета? Да пиздец у вас Майнкрафт, конечно, станок. Туда-сюда, а здесь надо. И логически, вот ты просто кнопку чувствительность, вот знаешь, а? Впрочем, это типичная ситуация для мобильных игр. Геймплей тут в целом неплохой, ну, как минимум, он веселый и динамичный. Ну, в общем, идеально подходит для того, чтобы просто поиграть во что-то, покажешь свой автобус на остановке, или сидишь на унитазе и срёшь. Но есть одно очень большое но под названием донат. Донат тут есть, и он действительно решает. За донат тут можно покупать монеты, а в свою очередь за эти монеты можно покупать оружие, скины. Кстати, насчет скинов. В этой игре есть вот такой вот скин. Ничего не напоминает? Вот мне интересно, студия Beach хотя бы знает, что их персонажа засунули в эту помойку, даже не указав автора. Понятное дело, разрабы это сделали, чтобы похайпиться на цифровом цирке. Ведь после этого в их игру пришло много фанатов цифрового цирка. Если добавлят
персонажей любимой игры, то Рил будет хайп. Рил. И какого хера вот это вообще помойка? Да, я понимаю. Вот просто посмотрите на их нити. 18+, да, отстой, но Рил цифровой цирк создавался долго. Нахера ты его обзываешь? Его все сдали. Так и по ему заскучились, особенно по второй, мать твоей части. А тебе и пофиг. На, ну ладно. Это твое решение, я тебя оскорблять не буду. Тут можно встретить и Помни, и Джекста, и все по списку. Дальше ко мне. И даже говнюков, что ли? Юнити этой игры. Сказать про него что-то сложно. Да, в игре есть чат, но у него практически никто ничего не пишет. Однако ему... Ха, действительно, не пишет. Там в политике, там еще в серверах. В игре нахера вообще писать? Предположить, что комьюнити у этой игры говно. А и все благодаря такому человеку. Ребят, вот... Хоть я и против Дэна, хоть я и против Катим, хоть я и против команды Китик. Но это все комьюнити. Это комьюнити именно познавало ЧГ. Понимаете? Познавало. И ты говоришь, комьюнити дерьмо. Наше комьюнити самое лучшее. Регула Китик. Этот клоун снимает контент по Срикингану, однако в последнее время он начал хайпиться на цифровом цирке и дронов, сука, убийцев. Да, недавно он посмотрел дронов на стриме. Вот у меня вообще вопрос появился, кто этого придурка вообще к дронам подпустил? И еще мне интересно, он сам-то хоть понимает сюжет дронов? Но просто этот сюжет такой, что не каждый может его понять. И еще этот чушпан собрался записывать трек про дронов, а его треки, напоминаю, звучат как говно. Вот просто послушайте 5 секунд этого шедевра про цифровой цирк. Вечно здесь я заперта, мечтаю лишь отсюда выход найти. Короче, идем в итогу. Здесь он сказал первое, неправильно, второе, комьюнити дерьмо. Да нихера это не дерьмо, сука. Это у вас дерьмо. Ну и третье. Ты знаешь, как музыку надо создавать, а чел? Ради, чтоб ее создавать, надо сколько бы... мучиться. 2 месяца, 4, может, вообще год. Я уверен, что у этого человека 1000, как у меня, не стукнет. Уверен, что он будет, как идиотом остался, так и будет.